Инструктаж, построение, отработка боевых приемов борьбы, вооружаемся и на маршрут. Старший лейтенант полиции Лариса Петрушина уже 15 лет служит в ППС и переходить в другое подразделение даже не помышляет. У нее два высших образования. Окончила Институт МВД России имени Кикотя по направлениям юриспруденция и педагогика, что весьма помогает в общении с людьми, в том числе нарушающими общественный порядок. Маршрут патрулирования у взвода Ларисы напряженный, центр города. Но, как признается опытный сотрудник, работать женщине в ППС хоть и сложно, но можно. Для этого должен быть лишь характер и выдержка, которые у нее точно есть. Поэтому сегодня она в числе тех, кто получает заслуженные награды. Очень приятно, спасибо большое. Это нужно для поддержания все-таки стимула работать дальше. И как девушке приятно, цветы. Памятный знак главы муниципалитета «Благодарю за труд», а также медаль МВД России за доблесть в службе и благодарственное письмо от окружного совета депутатов получил командир отдельной роты ППС Владимир Макурин. В полиции он уже четверть века. В 98 году пришел рядовым сотрудником и уже 9 лет возглавляет подразделение. Майор уверен, несмотря на сложности в работе, сотрудники справляются. Личный состав хороший, подбираем индивидуально каждого сотрудника, смотрим его личные качества, соответственно, и подбираем в состав маршрута тех сотрудников, которые могут работать друг с другом. Команды все слаженные, все работают четко. Как сказано, приказ выполняют точно и в срок. Сегодня в отдельной роте патрульно-постовой службы служит 85 полицейских. 24 из них ежедневно патрулируют улицы округа, обеспечивая охрану общественного порядка и безопасность. Только в этом году сотрудниками подразделения раскрыто 106 преступлений и выявлено 3800 административных правонарушений. Сегодня патрульно-постовая служба и охрана общественного порядка – это не только ваша выучка, дисциплина, порядок. Всегда готовым работать на вызовы, на систему, рискуя собственной жизнью. Я хочу вам пожелать ваш вековой рубеж. Самое главное – здоровье. Храбрости у вас достаточно, а все те, кто рядом, они в обязательном порядке будут равняться на вас. Патрульно-постовая служба – самая многочисленная и мобильная. При этом одна из ключевых в системе органов внутренних дел. Ведь благодаря слаженным и грамотным действиям ее сотрудников, жители наших городов могут спокойно отдыхать, работать, участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.